старт большому летнему призу. Генерал первый хорошо принимает полем, но ему нужно еще сместиться в бровку. Тут же ремикс. Генерал первый выходит вперед под седлом Джубей Авицбе. Он повел за ним Мунмаск номер один. Тут же рядом с ними Ред Стар и Голден Клин. Генерал первый ведет с преимуществом корпуса 3-4. Тут же первый номер Мунмаск Волгоградского конного завода. Голден Клинк на третьем месте, на четвертом Благовест Эклипс, далее Ред Стар и выход на противоположную прямую. Итак, скачку ведет генерал первый, его преимущество составляет корпусов эдак 5. На втором месте Мунмаск, на третьем фаворит Голден Клинк, на четвертом идет Сергей Николкин и Благовест Эклипс, далее ремикс. Ну и Юрий Кулинич выходит на седьмое место на Варгасе, едет довольно уверенно. Скачку продолжает вести генерал первый. На втором первый номер Мунмаск. Третьим Голден Клинк по бровке. Голден Клинк выходит на второе место. Далее ремикс и Благовест Эклипс. Далее Варгас и два прогрессовских коня. Ред Стар и Берег. И ремикс дальним-дальним полем. Выход на финишную прямую. Голден Клинк выходит на второе место. А за ним Варгас. И тут же Хамзат Улубаев и Ред Стар. По финишной прямой. Голден Клинк и Варгас. И Варгас захватывает Голден Клинка. Идет борьба за лидерство между ними. Голден Клинк немного впереди. Варгас вторым. Голден Клинк отделался от Варгаса и лидирует с преимуществом в корпус. На третьем месте тут же Ред Стар. И бросок делает первый номер Мунмаск. Но Голден Клинк! Голден Клинк выигрывает большой летний приз. Варгас вторым, на третье место заехал Мунмаск.